Здравствуйте! В эфире совместный информационный проект образовательного телеканала «Просвещение» и Международной ассоциации студенческого телевидения. В течение этого часа мы с вами побываем во многих уголках Российской Федерации и познакомимся с последними новостями высших учебных заведений страны. Поехали! Ну а наша следующая остановка на медиакарте – это город Барнаул. О новостях Алтайского государственного университета расскажет Ирина Корчагина. Здравствуйте, Сергей! Приветствую зрителей телеканала «Просвещение». Мы расскажем вам о самых интересных новостях нашего вуза. Как грамотно писать на тему межнациональных отношений, избежать манипулирования сознанием в соцсетях и многое другое. Теперь это известно с миротворцем. Подробнее о школе межнациональной журналистики ВАГУ расскажет Алена Давыдова. Вместо традиционной лекции по русскому языку – мини-концерт национальной музыки Казахстана и авторской поэзии. Для студентов второго курса отделения журналистика необычное занятие провел директор Байгамутской средней школы Сапарбек Маусымбаев. Чей портрет мы видим дома в светлой комнате своей, чье лицо всем знакомо, кто был лучший друг детей. Это Ленин дорогой, это Ленин наш родной, это Ленин дорогой, это Ленин наш родной. О единственной в Алтайском крае национальной школе и ее учениках и самых необычных традициях студентам-журналистам рассказали в рамках проекта «Смиротворцы». Его проводят на базе отделения журналистики Алтайского государственного университета. Каждую субботу студенты всех вузов Барнаула обсуждают вопросы толерантности и исследуют межнациональные конфликты. Журналисты газеты «Алтайская правда» во главе с редактором Олегом Купчинским обучают своих будущих коллег делать грамотные материалы на межэтнические темы. На занятиях ребята смотрят и анализируют телевизионные сюжеты, изучают кодекс межэтнической журналистики и сами пишут материалы и снимают видеоролики. В этом учебном семестре они встретятся с представителями разных народностей Алтайского края, поучаствуют в конкурсах и конференциях. Присоединиться к «Смиротворцам» может каждый желающий. Алена Давыдова, Павел Рюхов, учебная телерадиостудия. Неудивительно, что большинство конкурсов красоты проходит именно весной. Ведь с наступлением теплых дней расцветает не только природа, но и девушки. Осталось чуть больше месяца до конкурса красоты на факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии. Заветная корона достанется одной из 7 красавиц, которые прошли кастинг. Для того, чтобы достойно показать себя на двух дефиле, девушки репетируют несколько раз в неделю. В этом году на конкурс, как всегда, обратили внимание многие спонсоры. Они же будут оценивать выступления. Один из партнеров, газета «Комсомольская правда», устроит традиционное голосование «Мисс Онлайн». Самую красивую девушку факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии выберут 31 марта. Победительница конкурса будет бороться за звание «Мисс АГУ». Мы решили привязать этот конкурс к году кино, и девушки у нас киногероини. Вот. Выбрали достаточно таких ярких, эпатажных, узнаваемых героинь, поэтому будет интересно на них посмотреть. Например, у нас есть Ума Турман, то есть из «Убить Билла», «Черный лебедь», фильм «Дальше Роза» из «Титаника». Вот. Вот такие, в общем, все не буду рассказывать пока. Это были самые интересные новости нашего вуза. На этом я с вами прощаюсь и передаю вам слово, Сергей. Спасибо, Ирина.